это вот этими локтями. Не, вообще никак. Хорошо. Итак, голосуйте за Трампа. Что, Дональд, электорат? Да. Будем голосовать. Победишь, нет? Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – площадь Ленина. Да-да-да, Дональд Трамп. Дональд Трамп. Что? Какое? Не может быть такого. Как вы думаете, это... Трамп или Байден выиграет? Мне кажется, Трамп. Почему? Я тоже так думаю. Светский человек такой, лев такой. В один дом и снимался все-таки. Да, да, в один. Снимался даже в один дом. Я даже могу масочку снять. Трамп. Хорошо сделали. Как вы думаете, кто выиграет, Трамп или... А мне все равно. Ну, конечно. Но я за Трампа вообще-то. Ну, вот, я видел здесь. А что хорошего он нам сделает? А Байден тоже, не знаю, что сделает. Ну, я говорю, да. Хрен редьки не слаще. Мы вообще, это... Сегодня выборы президента Америки, знаете, да? Да, конечно, вас. Да, да. Очень приятно, ребята. Очень приятно. Я думаю, что Дональд, он достойнее. Ребят, за кого голосовать будете? За... за Дональда. Кандидат от народа. Да. Обязательно. Как думаете, жизнь России от этого улучшится? Конечно. Подъезды будут чистые, я вас не сомневаюсь. Все будет хорошо. Подъезды оформил только Обама, поэтому Обамы больше нету. 4 года, вот просто чистота у нас везде. Только благодаря вам. Спасибо за вашу работу. Спасибо.